Фиксай! 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 Ну, говори хоть что-нибудь. Корову. А, да-да-да, привет, привет, привет. Слушай, я тут анекдот новый вычитал. Да, какой же? Короче, видит медведь, машина горит. Так он взял и сел в нее. И сгорел. Нет. А что случилось? Он пожарился, еда выпала. Ну, самое интересное, курятина выпала. Интересный факт, медведи не садятся в машину. А что они делают? Садятся на велосипед? Они садятся на велосипед и выступают в цирке. Ха! Анекдоты от Фиксая. А, то есть анекдоты теперь от Фиксая, понятно все. Они всегда были от Фиксая. А я волк, ауф. Сакс, эта деревня не та, которая была первый раз, это совсем новая. Здесь я выкупил еще один дом. Он стоил в этот раз не 65 изумрудов, а 109. Ты то есть должен понимать то, что он намного жестче. Намного круче, намного мощнее и так далее. Почему здесь два голема? А, господи, тут 4 голема! 5! Что? 6! 7! Это на 44 изумруда больше же. Ой, я вижу, вы в математике очень хороши. Да. Фиксай. А? Подойди сюда, пожалуйста. Здесь интересный факт я нашел. Да, какой же? Смотри, короче, это какая-то странная овца, она как будто упала в деревенский туалет. Почему она такого цвета? Ну, потому что она работает говночистым, говночистым, говночистым. Говночист, говночист, говночист. Так, все, погнали, погнали, дом нас уже ждет. Должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна, нужен людям во все времена. Ребят, если что, это гимн Акаке. Во, я его нашел, как раз таки слайм-блоки, да-да-да-да-да. Его ж отметили здесь. Все, чувак, заходи. Слушай, мне больше интереснее прыгать. А открывай этот сундук. Он не открывается. Иллюзия. Чё? Ладно, я пошутил, Акаки. Смотри, опять-таки, обычный домик. Вообще непримечательный, да? Ну? Вообще, все с ним в порядке, но... Если мы откроем дверь и зайдем... Фиксай, я домой, там мама позвала пельмени лепить. А ты что думал? Я же говорил, эти дома особенные. Не просто так они стоят столько изумрудов. Да. Ты посмотри, малюсенький такой домик, а внутри гигантская пещера. Только глянь на это. И самое интересное, вот спустись ты вниз, Так. Посмотри, вот тоже ничего нету, закрытая какая-то пещера. Вот что с ней делать, я вообще не понимаю. Какая-то гигантская сфера, какие-то шахтеры здесь наверняка бывали. Но, если ты посмотришь вниз... Чё? Слушай, можно не надо? Я не могу этому объяснить, я в этом доме тоже впервые, поэтому я с тобой сейчас буду это все смотреть. Ладно, я прыгаю, да? Давай, прыгай. Ну как? Как ощущения? Ну, знаешь, вот батут вот. Ну что, Акаки, вот мы и находимся в доме. Довольно-таки красиво, а это Венесанс, это Венеция 18 век или что это? Конечно, расписные потолки, все как надо. Ну ладно, все, Акаки, пошли. Куда? Ты, не переживай, иди за мной, Акаки. Смотри, там какие-то пацаны идут тоже, ля-ля-ля, ты видишь? Слушай, какой красавец-то слева, а? Какой, ох. Да, согласен, вот слева какой-то красавец идет. Согласен, слева какой-то красавец идет. Офигеть, а куда они идут-то? А мы не можем за ними это догнать вообще их никак. А мы не можем их догнать никак. Я даже замедлился немного. Слушай, а долго мы за ними будем бегать? Да не-не-не-не-не, давай пойдем в эту сторону лучше. Так, ладно, идем, и что там? Такс. И опачки. О, смотри, житель какой-то. Где? Так. Здорово. Привет, житель. А как? Куда он смотрит? Здорово. Так. О, лестница какая-то. Иди, ты идешь за мной? Я с другой стороны хотел с тобой встретиться. Че? Хорошо, ты иди тогда, я тоже тогда пойду. Опа. О, здорово. Привет. Так, стой. Подожди, а как? Ага. Так подожди, стой, вот я сюда, значит, иду такой. Так, я в другую сторону иду. Я спускаюсь. И здесь лестница вниз. Поднимаюсь, поднимаюсь, здорово. Привет. Житель еще второй взялся откуда-то. Куда он? Он ушел, а где? Он должен как бы насквозь проходить, потому что марка. Гениально, да? Слушай, ты меня сломать решил или что? Конечно! Пойдем со мной дальше. Так, Акаки, все, жди меня здесь, я сейчас приду. Давай. Такс. Ага. Че? Что такое, Акаки? Да там, это, тебя нет. Сейчас, погоди, сейчас приду, одну секундочку. Так, ага, значит, сюда. Теперь вот сюда, вот теперь сюда. Ага, сюда. Потом как-то вот так вот. Еще раз вот сюда. И, о, привет. Можно выйти? Пожалуйста, как ты это сделал? Подожди. Можно я сам скажу? Да, без проблем, иди. Так, иду. Ага, так.
Угу. Иду, ну вот, я тебя только что видел, значит, на лестнице, если иду, что. Иду, значит, туда, потом иду туда. А как я тебя только что видел? А потом в вот чем сюда проблема? Иду и это... Ну чё, Аги, как там? Да здесь все нормально, я сейчас... Опа! Ага. Чё? Чё? В смысле? Чё случилось? Так, стоп, стоямба. Стоямба. А чё? Чё такое? Чё? А как я? Чё? Чё за... Я чё? Чё? Куда? Ну ты выберешься или нет, да, я не понимаю. Да, в смысле? Чё? А... Ты скоро там? Да... Чё? Ама... Ты скоро там, а как ты где? Это... Ну я тебя жду... О, наконец-то ты! А чё ты... Подожди, так ты же... Ты же наверх поднимался. Так я поднимался, чтобы потом спуститься. А, да? А... Зачем? Да здесь на зеркало посмотреть. А, ну ладно. Слушай, какой-то ты странный, я тебя очень долго ждал. Давай лучше... А, точно! Мы с тобой сейчас поднимем IQ. Давай пойдем в библиотеку. А... Да... 2+2... Не, как я это тебе ни в коем случае ладно. Не поможет. Никогда, даже ладно. Не задумывайся. Мы считали дырки в сыре. 3+2... 2 равно 4. Это самая обычная библиотека. Ты что, потерялся? Да я ищу это... Мертвые души, том 2. Ты про Гоголя, что ли? Нет, я про... Как выжить в Майнкрафте от ночи. А. Поэтому мертвые, ну, души, это... Это не что по сравнению с как выжить в Майнкрафте. Нет, одно и то же так-то. А ты лучше гратовый браслет. Слушай, да, слушай, ты помнишь, это, как в Энд вот попадаем, ну, там реально мертвые души какие-то ходят, похожие на эндерменов. Ну, ему хочется вот с ними встретиться, и как бы, это книга, привет. А как ей, посмотри ты наверх. Какой красивый красавец. А слушай, а что это за фигня? Это снег? Снег? Дамы и господа, на ваших экранах Акаки впервые увидел снег. Это чудище вылезло из своей пещеры и впервые заметило снег. Оно, как маленькая собачка, бонга, прыгает и веселится. Бонга, тук-тук. А кликай, чумачок! Все, пойдем отсюда. Ты еще раз так скажешь про меня, я тебе лицо сломаю. А тебя не смутило, что здесь как бы всего 4 раздела? Ну, знаешь, я вспоминаю как бы предыдущий опыт, как мы с тобой вот это... Ты вот позвал меня к себе домой вот, и как-то... Ну, я... Определенно, да. Я привык. Так, ну ладно, ладно, хорошо, все, иди за мной, выходи отсюда. Так. Ты что, потерялся там реально? Нет, я иду, я книги смотрел. Ну, отлично. Проходи за мной, обратно возвращаемся и идем в другую сторону. Потому что, как я понимаю, это последняя, да, здесь сторона? Да, точно. А если вперед пойти, то не-не, все будет в порядке, все будет четко. Ага. О, лифт. Смотри, какая-то комната, как я. А, я думал, это лифт. Че? А. Ну, наверх посмотри. Здорово. Ай, ай, ай. Как, ай. Ты, как тебе такое, ай, Акаки? Ай, мне... Как твой мозг поживает? Мне больно, я становлюсь все больше и больше, а дырочка все меньше и меньше. Подожди, в смысле становишься все больше и больше? А, да, реально! Офигеть! А ты посмотри на потолок еще! Попасть... Опа! Ты это видишь? Да это... У меня сейчас паническая атака будет, ну зачем ты это... Главное, что не эпилепсия, чувак. Убочки, тут еще и зеркало есть. Зеркало! Зеркало, зеркальный лабиринт. Да, это то, что нам нужно. Прошу добро пожаловать в зеркальный лабиринт. Тише, тише, тише. Лопату. Думаешь, что он пропал? Так, Акаки, ты зашел в него? А, извини, я тренировался в рэп-исполнительстве перед зеркалом. В итоге неплохо получается это. Но, правда, песня не очень. Господи, что здесь происходит? Как их много? Слушай, я помню, я в таком лабиринте ходил один раз. Я один раз, помню, разогнался и ударился очень сильно головой. После этого я как бы... Ну, это с тобой подружился, кстати. Да? Разве такое было? Нет. Я что-то не припоминаю такого. А я выбрался. Да? Я тоже. Привет. Как? Как ты? Ладно. Ну все, так, да, осталось нам только подняться наверх, и все. Это хорошо. Кажись, это выход из дома, если не ошибаюсь. Потому что там как раз таки было написано в книжке то, что лестница наверх, это как раз таки выход. Акс, ты поднимаешься? Да, да, поднимаюсь. Где эта дверь? Где эта так, дверь? Ты поднимаешься там? Да мы приехали уже или нет? Фиксай. Да-да-да, что такое, мы что мы приехали? Не-не-не-не, еще не приехали. А теперь? А теперь тоже не приехали? А теперь приехали? Акаки, давай так, ну ты поднимайся, поднимайся, да, поднимайся, поднимайся. Угу. А мы приехали? Давай, давай, давай. Ну мы приехали или нет? Привет, Акаки. Ладно, мы приехали. Еще нет. Слушай, моя крыша уже приехала, мне кажется. Привет. Как тебе такое? То есть ты меня опять обманывал, да? Я не, ни в коем случае, Акаки. Я ни в коем случае. Ладно, я пошел дальше. Ладно, все, пойдем, пойдем отсюда. Я искать дверь, сори. А какие дверь? Она вот, вот она, если что, ты.
Ты пробежал ее уже. Вот она, эта дверь. Я... Так, ладно, стой, 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 все, все, стой, стой, не двигайся, не двигайся. Не двигайся, не двигайся. Просто не двигайся. Вот иди стой так, на край. Так, посмотри так. Вниз. Ага. До свидания. Че? Как? Как тебе такое? Как? Боже, это самый лучший дом. Я же говорил, что он будет еще намного лучше, чем прошлый. Да как это вообще произошло? Еще какая-то комната есть, а ну-ка. Опачки. Слушай, это похоже на дроппер. Да ты че, серьезно? А, да! Ай. Нам нужно паутину, если что! Тяжело! Да, я видел выход там! Я почти, чувак, я почти. Я видел там выход. Давай еще раз. Или сюда, подожди. Нет, точно в паутину нужно. Стоп, это другой дроппер? В смысле, там два дроппера? А! Что? Что это сейчас было? А почему здесь два дроппера? Так я не знаю, вроде бы один, но нет. А! Офигеть! Ты попал? А как я? Ты попал? Я наружу, я снаружи! А я нет. Надо что-то сделать. А как уничтожить этот дом? Быстрее, чтобы каким никогда не выбрался. Это мне показалось, как, или как, ты? Как? Слушай, это шикарно выглядит. Это шикарно выглядит, но ломает мозг. Серьезно. Это мега ломает мозг. Это... За этим мы сюда и пришли. Для этого я и покупал этот дом. И все, что нам осталось сделать, это просто пасть вниз. А какие, ты готов? Нет. Давай, раз. Я два, не готов. Три. Ай. Прощай, Акаки. Прощай. Ты что, видишь меня? Нет. Я свободен. Ну что, Акаки, пошли в следующий дом. Давай, пошли в следующий дом. Куда ты побежал, Акаки? Ну куда ты? Давай, следующий дом. Друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если это так, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Пишите в комментариях, какая часть вам больше понравилась, какой дом вам больше всего понравился, какие иллюзии вам больше всего понравились. А для вас сразу фиксаю также Акаки. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Акаки, ну что, следующий дом? Да? Да? Да.